как зарегистрировать установление отцовства. Для этого необходимо обращаться в регистрирующие органы. В случае регистрации установления отцовства по совместному заявлению родителей необходимы заявление, свидетельство о рождении ребенка, документы, удостоверяющие личности родителей. Для регистрации установления отцовства по заявлению отца ребенка необходимы заявление, документы, подтверждающие обстоятельства отсутствия матери, документ, удостоверяющий личность родителя. В случае регистрации установления отцовства на основании решения суда необходимы заявление, копия решения суда, свидетельство о рождении ребенка. В случае смерти одного из родителей – свидетельство о смерти. Документ, удостоверяющий личность родителя. Услуга бесплатная.